Я не знаю, в сентябре я был прикован к кровати, я лежал и просто, ага, в чем мое предназначение? А сейчас я знаю, в чем мое предназначение. Это просто кромсать ебальники. А некому зашить сегодня. Это мой первый кип. Я распорола. Короче, Настюшка вскрыла. 2007 год. Я вернула. Всем спасибо. Это не просто самая жесткая команда в России, это самая лучшая команда в России. То, что не смог делать никто за эти 20 лет. Мы показали сиськи, мы вернули Джокера, мы привлекли ММА, и мы сделали рестлинг без рестлинг-ринга. Мы сделали все, что мы могли, и мы будем продолжать это делать. Карандаши производства фабрик! Карандаши в жопе Майка! Но...